Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Христос воскресе! В рубрике «Без комментариев» расскажем о том, как верующие встретили светлое Христово воскресение в главном храме Кузбасса. Святая славная и всехвальная великомученица Христова Варвару. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх осветил скульптурную композицию небесной покровительницы шахтеров, установленную в предзаводском районе Кемерово. Пасхальный прием. 28 апреля, в день Светлого Христового Воскресения, в Кемеровском епархиальном управлении состоялась традиционная встреча. Великая вечерня. В день Светлой Пасхи Христовой глава Кузбасской митрополии совершил Великую вечерню в Знаменском кафедральном соборе Кемерово. Свет истины. Кузбасс прибыл благодатный огонь. Слава святей, единосущней, животворящей и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, несущего гробе живот. Христос воскресе! Христос Ресурекси! Yeah!
Воскресение из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого, Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и отвергшего нам вход в свое нетленное царство. Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть по праве сущего Бога живого дарова. Господней душа каждого человека ежегодно как бы обновляется в своем существе. Сердце человеческое смягчается при пении победных гимнов, и совесть пробуждается от радостного колокольного звона, забывая обиды, ненависть и вражду. В этот день особенно светло и хорошо становится на душе каждого человека. И пусть эта радость сегодня из храма Божьего в ваших сердцах передается родным и близким, тем людям, с которыми вы идете по жизни. Пусть благодать Божия всех нас с вами сохраняет в мире Божьем, в солидарности друг с другом и любви. Христос воскресе! Восьмого апреля, в день Воскресения Христова, по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в Кемерове на центральной площади акционерного общества СДС «Азот» состоялось торжественное открытие освящения статуи святой великомученицы Варвары. Сейчас совершаю освящение этого замечательного скульптурного изображения. Будем с вами вместе молиться, чтобы ее молитвенное предстательство сохраняло тружеников «Азота» в здравии, благополучии. Чтобы воскресший Спаситель благословил труд тех, кто здесь несет свое служение родному Кузбассу. Пусть благословение Божие пребывает над вами и хранит наш край, наших людей в мире, любви и согласии. Помолимся. В церемонии приняли участие митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, президент холдинговой компании СДС Михаил Федяев и генеральный директор «Азота» Игорь Безух. Освящается и окропляется святой водой
Скульптура сия святой великомученицы Варвары во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Варвара является покровительницей людей опасных профессий, к которым, несомненно, относятся и химики. Великомученица Варвара избавляет от внезапной смерти каждого, кто вспоминает о ее мученической кончине. Преподнеси на память эту икону святой великомученицы Варвары. Пусть ее молитвы хранят и вас, здравие укрепляют в высоком служении ближнему и нашему шахтерскому краю. Спасибо, Господи. Христос воскресе! Воистину воскресе! Сегодняшний символ, который у нас появился на нашем предприятии в этот замечательный день, будет нас укреплять, будет нас подвигать к новым успехам и помогать друг другу в тяжелые времена. Спасибо вам, Михаил Юрьевич, за ваше наставничество и уважаемый митрополит за то, что сегодня нашли возможность в этот замечательный день разделить с нами эту радость и вместе открыть этот замечательный символ. Статуя святой Варвары уже вторая работа известного российского художника-скульптора Константина Зинича для Кемеровского Азота. Первой стал памятник химикам-основателям, возведенный в 2014 году. Статуя святой Варвары, вылитая из бронзы, размер вместе с гранитным постаментом составляет 4,5 метра. Особенность этой скульптуры – подсвечивающийся в ночное время нимб и крест в руках святой. По окончании церемонии открытия и освящения участники возложили цветы к статуе святой Варвары. Восьмого апреля, в день Светлого Христового Воскресения, на территории Знаменского соборного комплекса состоялись мероприятия, посвященные празднованию Пасхи. Митрополит Аристарх, руководители епархиальных отделов и клир кафедрального храма Кемеровской епархии принимали в этот день высоких гостей. В торжествах участвовали главный федеральный инспектор по Кемеровской области Игорь Колесников, заместители губернатора Кемеровской области Глеб Орлов, Алексей Харитонов, заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Юрий Скворцов, представители областной администрации, ректоры кемеровских вузов, представители бизнеса и общественности. Мероприятия этого дня начались у могилы архиепископа Сафрония. Участники церемонии возложили цветы на место последнего земного пристанища первого архиерея Кемеровской епархии. Затем на площади перед собором гости позвонили в праздничные колокола на передвижной звоннице и познакомились с православными пасхальными традициями. В соборе, где официальную делегацию встречали члены братства православных следопытов и верующие, пришедшие в храм в этот особенный день, митрополит Аристарх и Глеб Орлов помолились у иконы Воскресения и зажгли перед ней свечи. По окончании праздничного пасхального тропаря глава митрополии и Глеб Владимирович обратились к собравшимся со словами приветствия. Чтобы благословение Божие пребывало над нашим шахтерским краем, над всеми, кто здесь живет, и хранил людей в мире, любви и согласии. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Уважаемый владыка, спасибо вам за отеческую заботу, постоянную поддержку администрации Кемеровской области и кузбассовцев в многих делах и начинаниях, за государственный подход к решению социально значимых задач. Пусть светлое пасхальное воскресенье принесет любовь в сердцах всех людей, умножит семейное благополучие жителей региона, а благодатный огонь озарит наши лица радостью и теплотой, укрепит желание творить добро и приносить пользу близким и всей Родине. Воистину Христос воскресе! С уважением, губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Сергеевич. Дальнейшие мероприятия пасхального приема проходили уже в здании Кемеровского епархиального управления. В актовом зале гостей поздравили с праздником воспитанницы детского дома «Покров» при Свято-Успенском женском монастыре села Елыкаево и воскресной школы при храме «Утоли моя печали». Дети прочитали стихи, посвященные празднику праздников, представили танцевальные и другие номера. После концертной программы детям вручили сладкие подарочные наборы, а руководителям двух детских коллективов – сертификаты на приобретение канцтоваров для творчества. Восьмого апреля, пасхальный вечер, митрополит Аристарх совершил Великую Вечерню в Знаменском кафедральном соборе Кемерово. Архиерею сослужило духовенство кузбасских храмов. Бог,
малом входе архиерей вручил богослужебные патриаршие награды ряду клириков епархии. После пения великого паракимна «Кто Бог вели», митрополит совершил пасхальное чтение. По окончанию богослужения владыка обратился к собравшимся в храме с проповедью о воскресении Христовом как основе человеческого спасения. От этого не бывает радостный праздник Пасхи, потому что это действительно торжество из торжеств. Это праздник нашей веры, истинного утешения и радости духа. Ибо Христос воистину воскрес. А затем вручил епархиальные награды священнослужителям и мирянам епархии, отметившим юбилей служения и личной жизни. Ранним утром 29 апреля на самолете, прилетевшем из Москвы в Кузбасс, была доставлена частица благодатного огня, сошедшего в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В канун православной Пасхи святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил делегацию фонда Андрея Первозванного доставить благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Москву к началу пасхального патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя. Возглавил делегацию председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и представитель Русской Православной Церкви архиепископ Егорьевский Матфей, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха почетную миссию доставить огонь в Кузбасс выполнил диакон Кемеровского храма Казанской Божьей Матери Николай Мельниченко. Свои лампады от благодатного огня представители Кузбасской митрополии зажгли в храме Христа Спасителя. В аэропорту областной столицы кузбасскую группу с великой святыней встречал благочинный церквей 1-го Кемеровского округа протоиерей Александр Гусаков. Духовенство и прихожане храма в Кузбасской митрополии смогут развести лампады с частицей благодатного огня из Знаменского кафедрального собора по своим приходам и домам. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня все. Увидимся через неделю.